Боротися за зниження тарифів обіцяють у політичній партії «Опозиційна платформа за життя». Там переконані, що перегляд цін на комуналку – це єдина умова для виведення українців за межі бідності, куди їх завела попередня влада. Обязательно должны быть пересмотрены тарифы, потому что это бедность, которая охватила страну, это следствие этого тарифного геноцида в том числе. И наши договоренности с Российской Федерацией, они будут реализованы, и даже в отопительный сезон будет снижена цена. Поэтому это ключевое, что для того, нужно сделать для того, чтобы вывести людей из бедности, из тотальной бедности, куда их погрузил уходящий в отставку режим.